2017 год для Национального ядерного центра Казахстана стал одним из успешных. Причем не только в финансовом плане, но и прежде всего в реализации научных и технических проектов. Этим летом в рамках международной выставки «Экспо-2017» совершен первый этап физического пуска отечественного реактора «Токамак». Имеются ряд договоренностей и с зарубежными партнерами, в частности, о переводе наших реакторов на низкообогащенное топливо и о реализации новых проектов на территории бывшего Семипалатинского полигона. Если говорить о источниках финансирования, то только 25% – это у нас бюджетное финансирование, 75% – это те деньги, которые мы зарабатываем самостоятельно с нашими зарубежными партнерами, в большей степени в вопросах нераспространения, но и также безопасности атомной энергетики.